То добра здоровится. Что бы я вам сказал? Заходите на канал. Здесь огромное количество видосов. Здесь огромное количество литературы оздоровительной. Заходите и работайте. Работайте самостоятельно. Приучайтесь ставить задачу. Если у вас есть проблема, ставите задачу. Находите нужную информацию и решайте ее. С помощью этой информации ее, то есть практически. Потому что стало невозможно вообще. Люди заходят, которые не желают, знаете, не посмотреть, не войти куда-то, не еще что-то, они сразу задают вопросы. Я вам уже неоднократно говорил, что я имею огромное количество своих собственных интересов в жизни, на которые мне интересно тратить свое время, что-то получать. Здесь же просто найдите мне, где чистка печени, в какой книге, а сравните вот это, что там-то такое, и так далее, и тому подобное. Ну, так дело не пойдет. Поэтому я буду делать только свои видео, то, что я там делаю, свой этот травник, и выложил, что я поработал, все. Больше вот у меня нету желания что-либо там делать. Потому что отбили желание вот этими разными вопросами, нежеланием работать над собой. А раз вы не желаете работать над собой, значит тогда, что вы имеете здоровье, достаток, вот на это вы и достойны. Если вы не хотите с этим мириться, значит берете себя за шкирку и работайте. Вот все, что я хотел вам сказать.